Ревнивый астраханец убил друга и его мать. Он нанес им несколько ударов ножом. Тела погибших были обнаружены 25 января. Жертвам было 28-58 лет. На следующий день был задержан предполагаемый убийца – 23-летний житель Астрахани. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В суд уже направлено ходатайство. Выбранная мера пресечения – заключение под стражу. По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла ссора на почве ревности к девушке, находившейся в их компании. А не желая быть свидетелем ссоры, девушка покинула домовладение, вслед за ней ушел и подозреваемый. Вернувшись в квартиру потерпевших, подозреваемый имеющимся при себе ножом нанес многочисленные колото-резанные повреждения в области шеи и туловища спящих обидчиков, а именно сына и матери.